букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Это имя с буквой Ж означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенное, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Буква У в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Люди, которые имеют букву Р в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. Эти люди ответственны и терпеливы. Такт буквы Ж – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы – сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Этим людям необходимо научиться быть снисходительными, великодушными и любить людей, проявляя любовь, сочувствие и понимание. Как только это будет достигнуто, такие люди смогут обогатить свою жизнь как в материальном, так и в духовном плане. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Необычайно волевые люди, наилучшие сферы приложения их усилий те, где во главу угла ставится способность преодолевать препятствия, бороться до победного конца. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.